В России огромное количество людей живет в неволе. Тюрьма для нас – это как тот свет, как параллельная вселенная. Но в этот мир каждый месяц уходят тысячи, и каждый месяц возвращаются тысячи. Это наши сестры, братья, сыновья, матери, отцы. И охраняют, кормят, лечат этих людей тоже наши сестры, братья, сыновья, матери, отцы. Наивно закрывать глаза на этот мир, думать, что мы отгорожены от него высоким забором, колючей проволокой. Это все один мир, наше общество. Попытка отвернуться от этих людей, забыть о них – это еще один градус ненависти и отчуждения между нами. Цель нашего фонда – снизить этот градус, напомнить обществу о людях, попавших в беду, оступившихся и живущих в тяжелых условиях. Дать возможность тем, кто хочет проявить милосердие, проявить его. На первой и особенной задачей для нас являются дети, родившиеся в неволе, находящиеся там до 3 лет, а потом надолго, иногда навсегда теряющих маму в детских домах. Первые шаги нашего фонда мы посвятим этим детям. Расскажем о них, постараемся собрать подарки для них, игрушки, книжки, памперсы. Собрать деньги на детские площадки, на ремонт комнат совместного проживания. Если вам близки и понятны наши задачи, присоединяйтесь, помогайте нам.